Администрация коллектива «Новые русские бабки» убедительно просит вас не отключать свои сотовые телефоны, а наоборот прибавить звук, товарищи! И особенно вибрацию! Мы за вибрацию, товарищи! Фото и видео концерта категорически разрешено! Уважайте сидящих рядом, дарите им улыбки, черт возьми, и нежные прикосновения! Приятного вам отдыха! Вокруг толпа мужиков. А ты, блин,
бутылка портвейна. И представляешь, каждый мужик лезет к тебе со своим штопором. Ну да, да. А? Боевик без рукопашных боев, так что, Матвей Иван, пока у женщины есть портвейн, а у мужика штопор, женщина никогда не пропадет. Правильно говорю, бабки? Уходи, уходи, уходи! А бутылку что открыть, я помню? Это я сама умею. Я уже не говорю про шашлык, только мужчина умеет правильно мариновать мясо. И только мужчина умеет правильно насаживать. Берет шампур и насаживает. Берет и насаживает. Одну насаживает, вторую, третью. И только мужчина умеет жарить по-настоящему. Берет, насаживает и жарит. Насаживает и жарит. Насаживает и жарит. Успокойся, пожалуйста. Насаживает и жарит. Насаживает опять и жарит. Ты сейчас о чем рассказывал? О шашлыках. Ага. Ты так вкусно рассказываешь, у меня прям чуть не это. Слюна, в общем, пошла. Я тебе вообще толкую. Мужику по жизни тяжелее, понимаешь ты? Ведь мужик он чё? Мужик он все. Он все время думает, как жить дальше, как денег заработать, чтоб всем блюд покормить и так далее. Мужик, он работает мозгами. Чего? Да ты чего, а мозгами? А женщина чем работает? Тебе показали. Ты как дур ей бог нас. Смотри, конь на то пошло. Женщина вообще не должна работать. Правильно, Бальба? Чем она лучше выглядит, тем круче эти подвиги, понятно? Да, прожить такой женщин, как ты, хоть один день это уже подвиг, как делать, надо давать. Ты не умничай, ты погляди, что только женщина не делает ради мужского. Чего? Сколько всяких процедур. Ой, да надо сколько там процедур. Подумаешь, проявишь. Ну? Ну там, диета. Ну там, маникюр, педикюр. Наращивание ногтей, выщипывание бровей, керозинное ламинирование, шугаринг, виск лица, увлажнение, мезотерапия, маска, спа, йога, имон форес, пилинг по методу ультрасвутикл, свадебная биоревитализация, хайдрофэшн, ультраскинлифт, зоне бикини. Все! Матрёна, ты сейчас с кем разговариваешь? Так вот, Клавдий Иванович, мужику этого ничего не надо. Мужик он сразу красивым уродается. Красивым, как мерят силу. Да. Мой, вот все, что ты сейчас наговорила, это спорно. Не знаю. Хотя, я думаю, все-таки все равно женщина лучше. Не мужики, знаю. Вы же любите кино. А нет. Женщина, она как кино. Ей женщина мелодрама, от нее все плачут. Ей женщина комедия, от нее все ржут. А ей женщина ужастик. Никогда не видела женщину. А ты в зеркало посмотри. А ты знаешь что? Ты женщина Санта-Барбара. Ой, началось Санта-Барбара. Смотришь на тебя и думаешь, когда уже конец? Конец, говоришь? Гладка, если ты хочешь увидеть конец, вот как же раздейся и зеркало глянь. А ты нет, ура. Ты не уходи от разговора, женщина лучше, мы не закончим. Нет, мужики лучше. Да сейчас, а потому что все научные открытия первые совершили мужчины. А для кого они совершили? Для женщин. Ага, это спутник космос. Для женщин что ли запустили? Конечно, чтобы женщины могли выкладывать свои фотки в Инстаграм. Ага, это между прочим, как это называется-то, вечную грызлоту. Первый мужчина пробурил, но был оттуда газ. Да, для того, чтобы женщина могла приготовить на плите пожрать. Это русский мужик Менделеев придумал водку, между прочим. А для чего он ее придумал? Для чего? Для того, чтобы женщина больше мужчинам нравилась. Да. Ты знаешь, сколько людей родилось благодаря водке? Сколько? Много! Вот как ведь бывает. Мужчина встречает женщину, они друг другу нравятся, он за ней ухаживает, целует ее, потом шуры-муры, потом она в положении, он делает предложение. Весь процесс занимает от месяца до полугода. Водка сокращает процесс до одного дня. Сама проверяла. Вот для чего была придумана водка. Ради жизни на земле, а кто дает жизнь? Женщина. Поэтому женщину лучше, понимаешь ли тебе? Не знаю, Федорович. Слишком много информации. Мне надо с этим переспать. Прям переспать. Да ни с тобой не тряси, господи. Хоть, а? Симпатичнее. Ладно, ты что? Теперь женщина жизнь дает. Без мужика тоже не будет жизни. Да и с мужиком никакой жизни нет, блин. У меня одни проблемы. Они ленивые, они между, например, чтобы уборкой заниматься, в гаражах своих любят сидеть. Есть такое, да. У меня одна знакомая захотела узнать, что они с утра до ночи в этих гаражах делают. Пошла приходит, спрашивает, а вы что здесь делаете, а? А ей говорит, мы машину пытаемся завести. А говорит, а это как? Ну, они ей показали. Так ты понимаешь, у нее искра пошла. Ну, понятно. Аккумулятор ожил, фары загорелись, ё-моё. Двигатель проснулся, она как пошла пыхтеть.
за гаражи-то хорошо. Вот я тоже. Ты что, была дочка крашеная? Я. Ты смотри, что делает, по гаражам ходит собака такая, по гаражам таскается, блин, а меня с собой не берет. Погоди, ты же говорила, что у тебя есть мужик, хвастал еще, плав, я себя чувствую с ним как в сказке. Как в сказке, да, как в сказке, как принцессу горошину, да. Одни муки. А, муки, говоришь, да? А ты йогой займись, муки легче будешь переносить. Нет, я не умею. А что там уметь-то? Встала на голову, ноги раздвинула и пошла сосать информацию. Ну ничего, сосать, тем более из космоса не было. Зря, знаешь, что полезной информации в космосе. Мужика испортишь. Мой мужика испортит, раз плюнет, ножку оголила, и он твой. А вот женщину, голый мужской волосатый, не возьмешь, что другие части тела понадобятся. Какие такие части тела? Тебе показать? Тело не стыдно. Да мозги глупые. Мозги, покажи, у тебя сроду не было. А чтобы быть красивой, мозги не нужны. Поэтому женщины лучше, поняла? Нет, мужчина. Ну, успокойся ты, ладно, не тебе, не мне. Мужчина это хорошо, женщина это тоже хорошо. Но если мужчина любит женщину, Молодец, вот теперь ты умница, с этого не надо было начинать, а то морочишь мне голову со своей йогой, ничего я сказать не буду. Показать нам о мужчинах и о женщинах, кто тут лучше, то ли баба, то ли мужик. Рассуждающий подъем, как тебе вечно, ты на веки, все понятно станет у них. И отсюда мужики и бабы, да какая разница, все равно мы будем вместе на века. Что в магазин нужно ходить только в маске и перчатках. Я и пошел. Меня опять обманули. В магазине были все в одежде, кроме меня. Ненавижу магазины. Творог обезжиренный, а ты нет. Горошек молодой, а ты нет. Овощи свежие, а ты нет. Оливки из Греции, а ты нет. Из Магадана. Я Матрёна Нигматульна. Я очень люблю гулять по большим магазинам. Я обожаю шопинг. Мы приехали из деревни, в этот светлый городок. Очень трудно разобраться, где тут запад, где восток. Магазины, магазины, тут для женщин суши рай. Стеклочки, изнутри трудно, чего хочешь, не бедай. Очень часто в магазине задаю себе вопрос, для чего не понимают, что меня сюда принес. Магазины, магазины, деньги сразу утекли. Мужики, помните, женщина не толпом ртовки. Чё, кондитерская, канцелярская, нижняя дверь. Девушка, будьте добры, стринги покажите мне вон те вон. Нет, нет, не фукси, бирюзовые. Да, XL-очек. S-чик только. На складе не посмотрите. Я подожду, спасибо большое. О, мой, ты здесь, что ли, блин? Три этажа пока бежала в этот супермаркет, вспотела, как лошадь. У-у-у, запрела. Нижнее белье. Присмотрел что-то? Да нет, какой тебе? Ну, бриджи хотела. Ты извини, что опоздала. Кошелек никак не могла найти. Нашла? Нет. Ну ничего, ничего. Как говорится, погрустила маленько, выпила, конечно, и сказала, спасибо тебе, Господи, что взял деньгами. У меня кредитка твоя. Еще раз будешь ей гостиничный номер открывать, вообще без денег останешься, глухими. Думала, потеряла. Спасибо. Все-таки мой, да, в наше время строчки. Вань, милый мой, уехал и не вернется. Оставил бы.
Сейчас не так печально, да? Девушка, зачем вы мне эти стринги принесли? Я же бритью просила, вас смотрю, у нас стринги принесла. Вы вообще, вы очень плохо работаете, кошмар такой, правда? Вы зачем обидите? Как не обидел? Он уже ловит. Сварочек, как раз Зоя. Матрёна Ивановна, у меня просьба к тебе. Да ладно, внимательно. Это у меня у зятя, у Михаила, день рождения. Надо подарок купить, не поможешь? Ну, а есть другое дело, я уж думал, сейчас приставать начнешь со всяким. Ты ж прекрасно знаешь, я обожаю шопинг. Ну, есть какие-нибудь идеи? Да какие у нас лохи идеи? И кайф, вот. Я вижу. Ты, я как знаешь, проскакивал каждый год, ну, в общем-то. В смысле проскакивал? Я ему каждый день, каждый год дарю костюм-тройку. А, два носка и галстук? Может, и не надо ломать традиции? Да я бы не ломала, блин, шкаф сломался. 38 галстуков, блин, и всего два костюма, спортивный и неспортивный сменка. Браво. Ладно, давай думать. Может, бритву? Есть. Первое бритье? Имеется. Вот и кого? Три пузыря. Это Шипр, Огуречный и Алёша. Алёша тоже есть? Два пузыря беру себе один. Погоди, надо напрячься. Ты сильно, ты не напрягайся. А то может случиться неприятно. К вашей ванне. Ситуация неординарная, задача непростая. Я предлагаю зайти издалека. Предлагаю зайти сзади. Предлагаю зайти издалека сзади. Согласна. Что он тебе подарил на день рождения в прошлом году? Цепочку, тварь. А на ней мой знак зодиака, весы. И что, не понравилось тебе? По-моему, неплохой подарок. Так весы-то настоящие, блин. Прикинь, напольные весы на цепочке, тварь. По-моему, оригинально. Ладно, пойдем посмотрим, мы глядим, сколько товаров на пол. Подарок, газета, приберем. Кстати, денег-то на подарок сколько накопил? Нисколько. Так а как же? Я заначку его нашла, ба. В сливном бачке прятал. О, кого? Вот на нее и загуляем. Что, подарить-то? Ну, подари ему то, чего у меня никогда не было. Подумай. Чего? Мозги же не продаются? Нет. Тогда подарю ему... Новый, стильный, последний модель. Телефон, что ли? Ну, сейчас еще телефон. Штопор. Да порог прикалывается-то, штопор. Подороже надо что-то. Сейчас, подороже, что я буду. Я тут попросил его, купи мне, пожалуйста, красивый бюстгальтер. Он говорит, зачем тебе бюстгальтер, у тебя и груди-то нет. Я говорю, ну, слушай, мы же тебе трусы покупаем. Умные трусы. Какие трусы висят? Умные трусы. Умные трусы, это что они? Кроссворды умеют разгадывать. Что себе? Я бы себе таки взяла. Двое бы взяла. Бирюзовых. Нет, себе взяла. Эти узнают жену хозяина в лицо и не снимаются при виде чужой женщины. А также есть кнопка ночное видение и отпечаток пальца. Нет, не надо мне. А что мне надо? Страшно. Нет, а что страшно? А вдруг русы оказываются умнее хозяина? Да, не подумала. Ладно, пойдем еще посмотрим. Вот это своему в прошлом году что подарила? Машину. Ты врешь, ты машинщина! Нет, как заказывала, ну это красная машина, хорошая, полная комплектация. Да врешь. Ну нет, как он и хотел. Называться Феррари. Два часа. По детскому миру ходил выбирать. Вот этот подколол, вот этот по-нашему. Мотька, аптека, повезло, пойдем, я вот так подарок куплю. Зачем ты что там в аптеке пить хочешь ему? Я ему это, таблетки, повышающие мужскую силу. А это и я возьму своему зятьку, а то он мужчина не очень. Ни суп перенести, ни полку прибить, ни бутылку открыть. Да нет, вот не это. Нет, не такие, другие таблетки, которые это, ну это. Ну как у него насчет супружеского долга? Да какой там на супружеского долга? У него супружка быстро.
Вон, иди сюда, погляди, что тут есть. Вон они. Да, я так и знала. Полочки эти, рамочки для фото, пожалуйста. Вот это хороший подарок, очень хороший. Не навязчивый. Я в прошлом году ему такой заказывал уже. На день десантника. Что? Да, принесла его фотографию в рамочке, взяла молоток. Говорю, Миша, я очень хочу прибить тебя к стенке. Он полдня на балконе прятался. Не знаю тогда. Вон вязаные шапочки хорошие, гляди. Мой еще это, шапочку для бассейна не сносил. Громко смеешься. Очень громко смеешься. Такой магазин ты ржешь, как лошадь. А между прочим, идеи-то хорошие. Подари ему шапочку с вышитыми на ней инициалами. Это эксклюзив уже будет. Андрюна Ивановна, моего зятя зовут Чайкин Михаил Олегович. Куда он с такими инициалами пойдет? Да куда угодно. Зато все вокруг будут понимать, что это чмо уже пристроено. Вон, гляди, компьютер мне отдел. Может, планшеты, но сейчас дорого. Да ладно, дорого. Ну, мы что в этом подарили? Коврик у него уже есть. Когда блок себя ведет на коврике, спит. Ну, не знаю тогда, может, жирность какую? Жирность не надо. Жирность у нас уже есть. С нами его мама живет. Кстати, насчет жирности ты права. Я в шестом классе помню кошку домой притащил, котеночка, мать мне говорит, матька, у тебя будет своя квартира, тогда тащи туда все, что хочешь, хоть козла приводи. Как в воду, глядя. Ему ж надо праздник, он ждет чудо. А, подарю ему чудо-йогурт! Да прикалывайся, чудо-йогурт, ненормальный что ли? Вон, гляди, как чудо на ветре не стоит, манекен раздетый. На Филиппа похож. Слушай, у меня идея пришла. Может, я ему стриптизершу заказать? Вот это мне надо. Главное, я своему заказу очень не понравилось. Да почему? А потому что я подумала, что деньги тратить, и попросила станцевать его маму. Ольгу Ивановну? Ольгу Ивановну. Нету слова, станцевал и польку, и гамак, и кроколя, и лезгинку, потом что танец живота как раз нашелся. Мы его два часа откачивали кашу, зато теперь у Ольги Ивановны на ушу. У меня такой случай был, я это самое. Говорит мне, Клавдий Иванович, что на Новый год вам подарить? Только не надо, говорит, вот это вот ничего, хочу на ушу. Давай, говорит, поскромнее, в размере 3000 рублей. Я говорю, ладно, говорю, я говорю, ладно. Подари мне тогда бейсбольную биту, блин, говорю я ему. А он? Он говорит, так какую шубу? Он Клавдий Иванович шил, и я ему говорю, а я говорю, мне писца! Он что? Может, у тебя был какой-то писец? Был. Да врёшь ты! Почему? Нет, клянусь. В молодости еще. Муж из командировки раньше времени вернулся, а я сижу на кухне, алкоголь пью. И только? И только, и Колька Чванов, Сергей Николаевич, Клюкову, вся бригада МТСовская была, Оля, бригадир у которой все сидели, полный писец. Мой, когда я слушаю, ты рассказываешь алкоголь. А что значит, больше всего мужикам нравится? Алкоголь. А потом? И шо? А потом? Алкоголь и женщина. Значит, резюмируем. Лучшие подарки мужчины — это женщина и алкоголь. Женщина у него уже есть. Осталось купить бутылку алкоголя. Все, подарок готов. Ну, понятно. Вот только каждому подарку нужна упаковка. А было бы неплохо. Значит, суды, то девчонки сейчас за шубами. Что же шоу такое? Кто откроет секрет? Мне вообще-то барабан!
Внимание! Круизный лайнер Василий Чапаев прибыл к первому причалу. Капитан корабля и экипаж прощаются с вами. Мы надеемся, что больше не увидим вас на борту. Достали всех. Говори мне еще, бубнил картонный. Верни халат и полотенце, старая клептоманка. Ага. Может, тебе еще и тапочки вернуть? Белые тапочки оставь себе. Пу-да-да-да. Я сейчас дуну. Я так дуну, морду сохнется. Ой, товарищи, 3 недели с Святошком по разным странам ездили. Ой, на большом делом теплоходе. Ой, в Европе были и в Африке были. Такой хороший отдых был бы, если бы не Святошек. Явилась жертва 9 вала. Земля! Земля! Девушка, моя шона, это земля! Встань, пожалуйста, быстро! Матрина, я так по земле матушки соскучилась! Это чем? Это земля матушка по тебе соскучилась. Ой, стыдовище, колхоз на выезде, научилась я с тобой. Стыд, позор, прямо вот стой здесь! Турин! Такси приедет, стыдовище, говорю. Да почему стыдовище? Кому? Ты как себя в круизе вела? Нормально вела! Загорала и пила. Ты зачем со шведского стола еду воровала? Да подумаешь, блин, никто не заметил. Никто не заметил, распихала еду по карманам и пошла на скотеть плясать, как веселись премудро я. О, по Гангнам Стар! Посыпались, махнула левым рукавом, котлеты в диджеи полетели, начала танцевать, вот так вот, крест, бум, из-под юбки курица гниль выпала. Так не гниль, а гриль, блин, какая разница, ты же ее подняла с полу, пылинки сдула, жрать начала. Не было этого! Было, японские туристы тебя увидели, вот так вот глаза выпучили и ходили до конца круиз, так как русские. Ты знаешь что, ты тоже не девочка. Там выпьешь, жена. Напомню тебе, как ты немецкого туриста напугала. Товарищи, немец простудился, начал чихать. Зачем ты стала мазать ему пятки горчицей? Клава, да пойми ты, Клавочка, это народное средство. Я помочь хотела, помочь. Народное средство? Турист подумал, что ты ему ногу отгрызть хочешь. Горчицей для вкуса намазала, блин. Немец до конца круиза с каюты вообще не выходил. Такси! 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 Да они чернов-то постоянно разорались, всех таксистов распугала. Кто распугал? Я распугала? А ты сама-то, Клава, сама-то в Египте чё устроила? Слышала! Алёла! Подумаешь? Устала на ней, как в пирамиде. Вижу, кроватка стоит. Не прилегла. Кроватка прилегла? Прилегла. А это не кроватка, это гробница. Товарищи, идет экскурсия, вроде все нормально, гид рассказывает тут и зубы. И вдруг, это гробница, кто-то шевелится. А этот цветочек встал, потянулась, косточки затрещали. Это кто это? Просыпается! Туристы ее увидели, а эта дура и морет. Привет, сельчане! Там такая паника началась. Тут охламон проснулся! Тут охламон проснулся! Какой тут охламон, блин? Сама ты не чертися, блин. Напомню тебе, как ты во Франции лягушек ела! Чего лягушек? Да ты пойми, это французская народная кухня. Французы все едят. Их в ресторане едят, а не из реки Вала. Картина маслом жабу-жабу ест! Может, тебе про Экватор еще напомнить? Ты кто такая, а? Я напомню. Ты кто такая? Товарищи,
на нас на экваторе журналисты и пираты напали, честно слово. Это дура выбежал на палубу, топлес и орёт. Ура, аниматоры! Ура, аниматоры! Ура, 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 в трусиках. Я думала, это праздник Нептуна! А, вот что ты думала. Я хотела русалкой быть. Кем быть? Русалкой Шантанель. Пираты его увидали, его брат через борт в воду попрыгали в океан и погребли его брата в Сомали. Без лодок, по собачке, в трусиках. Да какая-то польза, блин, от тебя одни проблемы. В Европу заехали, напомни, что было в Бельгии, да? В Брюсселе. В Брюсселе, в Брюсселе. Зачем ты на старту писающего мальчика, блин, памперс надела? Да слава, да пойми, ты не сдержалась, я не стерпела. Не могла я спокойно смотреть на этот нурес. Течет, ты прекрасно знаешь, что я 40 лет в молодости нянечкой в детском саду работала. Вот машина это и надела. Ну хорошо, ладно, в Барселоне чего, давай, в Испании повезло. На день ковиды попали, быков на улице пустили, так все люди разбежались, а эта корова встала посреди площади и хрен бы что. А что быки, я бы на день десантников в парке Горького от роты пьяных мужиков отбилась, а тут какое-то бычье. Я вон двоим рука подшибала, остальные развернулись и скакали обратно в сторону. Еще засов за собой закрыл. Видела, Петя и бычок так закрылся, раз засунул. Копытцем, блин! Испанский засов. Ты понимаешь, ты же стадо, что ты праздник люди Ты можешь праздники люди не помнят. Когда? А когда? А кто в Греции ты, милый мой, отводил водную горку под солнечным маслом пылена? Да чтоб скользило лучше, блин! Чтоб с ветерком как наливается! После тебя американский турист поехал такой ветерок, ёкарный бабай начался ту же Формулу-1. Вылетел нахрен с горки, но за полтора квартала нашли. Я никуда с другой больше не поеду. Такси! Такси! Мы на следующий мы. Давай, голосуй тоже, лови, чё ты? Стоит там, народ разинуло. Сейчас, видимо, чайка капнет тебе. А ты что так нервничаешь? Нет, я вспомню, что ты в Африке устроил. Чего? Меня трясти начинает. И руки сами к твоему, к твоей шее. Руки к всему плоску одячек. Товарищи, поехали в Африке на сафари. Черт, тёркнул. В речке сидел бегемот, никого не трогал. Зачем? Зачем ты кинула в него бутылкой, блин? А что он сидит, не шевелится? Я за что такие деньги заплатил? Он сидит как мертвый. Может, это вообще чучелка или бегемот? А тут хоть какая-то движуха началась. Какой-то бургурчик, так сказал. Движуха? Бегемот из речки выпрыгнул, перевернул наш джип к чертовой матери, блин. Я бежать, оглядываюсь, а за мной целый стай львов гонится. У меня полные тапки адреналина. Стою по колено в эмоциях, блин. Чуть в обморок не наложила. Я рассказываю, что дальше было. Львы ее настигают, прям настигают. Эта дурочка взяла питона вот этого сетчатого и вот так как начала их размахивать. Размахивать и орёт. А ну-ка, брысь по шару плешивые. Ну, естественно, львы расцепную, питон потом два часа вот так поводы мол. Прям жалко его, прям как пьяный, прям как будто всю Африку пропил. Ты, гляжу, весело тебя, меня чуть не сожрали. Да кому тут нужна жуковой надорф там? Не умничай, слава богу, никто этого не видел. А вот тут-то ты ошиблась, Клавка. Я ведь все на телефон сняла и в Ютуб выложила. Куда ты слышишь Ютуб? Видео называется «Клава Кошмар-дама». Поймем просмотр сзади. А я думаю, что на меня во Владимире все смеются и пальцем показывают. Ничего, ничего, ладно, не расстраивайся. На, ветерочку вот клевни. Я из последнего вот этой наивицы захватила. Персика нехорош. Дура, ты чокнутая, это шампунь, блин. Да, как шампунь. А еще, что у меня каждое утро первый из ушей сидит? Это не надо, блин. А так вкусный. Ну ничего, ничего, Клавка. Честно говоря, он давно тоже все ходят, посмеиваются во Владимире. И главное, все квакают. Чего квакают, я не поняла. Голодная старушка и живая лягушка. 2,5 просмотра за. Ну так ты, я тебя просил уберите. А один маквиты, ты первый начала. Зато мы знаешь, сколько у нас комментариев? Вот последний. Этим смешным сумасшедшим старушкам больше не дадут визу. Ничего страшного. Зато теперь представь, у нас 20 гигабайт позора. Только 20 гигабайт приключений. Поедем-то? А мы не поедем, мы полетим. Я на самолетах боюсь. А мы не в самолете полетим. Мы на воздушном шаре полетим. На большом воздушном шаре мандаринового цвета облетим с тобою всю планету. Обы
Молодец. У моего друга сегодня день рождения. Он не пьет, не курит, не употребляет наркотики, не азартен, не изменяет своей девушке. Хрен его знает, как будем отмечать. И да, чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году не так уж и редко. Стрелки крутятся все быстрее, знала я, что настанет день. И я радуюсь уж поверь, юбиляш, ведь я теперь. Ну глядите, какая я, 45 мне всегда друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. День рождения. Слова из самых преданных друзей. А вот ведь и не знаю, приглашать мне Клавку-то на свой юбилей. Нет, она ведь опять собака подкалывать начнет, что я 1 апреля родилась. Обычно придет, бутылку в руки сунет. На, матрёнушка, с днем рождения тебя, с днем дурочки, и ржет, как лошадь. Так шутил. Ой, идиотка, ладно. Звоню ради приличия. Может, хоть бутылку принесет, как говорится. Фаршивые овцы, хоть шерсти хлопнут. Ты гляди, что делается, батюшки мои, совсем стыд потерял, Матрёна Ивановна. Каждый год юбилей справляет, а? Опять 45. С подъезда сняла. Все этажи с подъездом обклеила. 30-й раз подряд уже 45. Будто заклинило, блин, у нее. Судьба над ней товарища в роддоме посмеялась. 1 апреля на свет произвела. Так что у нас с ней каждый год 1 апреля баталия, блин, кто кого. Она уже ей приглашать боится. Сутая боится. Вот с утра телефонного звонка жду, тишина. Ты гляди, что решилась? Ну ты все это мой типа болтать за ее счет. Как говорится, с паршивовцы хоть шерсти хлоп. Сложно, Матрёна Ивановна. Ну что, Клавдия Ивановна, придешь ко мне на юбилей или нет? Смотрю, в каком часу. А в каком тебе ловчее? А когда надо? Часа в 3 можешь? В 3 могу. А в 4? И в 4 могу. А если в 5? А если в 5 могу. Может, в 6? 6 лет не получается, извините. Ах, вот ведь указник, как жалко. А что такое? Да в 6 хотел позвать, ну нет, так нет. Ты гляди, что делает, матрёшка расписная, а? 1-0 в мою пол. Это мы еще поглядим, это что, кажется, не вечер. Нормальные друзья, они без приглашения приходят. Тебе главное, чтоб без приглашения не приперлся. Все-таки стареет, Матрёна Ивановна, совсем не бдит. Прочальник вечно забывает. Чайник, я забыл, чайник, блин. Свет скользит обычно, как побежит, блин. А что бегает, я ей электрический подарила, сам отключится. Ничего, пусть разобьется. Я ей такой сюрприз сегодня приготовила, она мне на всю жизнь запомнила. Давно это уже было, до интернета еще. Рассказала она мне как-то, что у нее внук во Франции живет. Представляешь, во Франции. И не пишет, говорит, совсем. Жаловалась, мол, видимо, русскому языку не обучен. Ну, врет, блин, врет, как дышит. А потом думает, да пусть врет. Это шанс для меня. Ну, как этим шансом-то не воспользоваться? Дождалась я 1 апреля. И ко дню рождения письмецо ей в почтовый ящик. На. На двух листах. Детским почерком с прованским акцентом. Шар-шаляна, ё-моё! В тот же день прибежала, руки трясутся, сама заикается. При мне только 7 раз письмо перечитывала. Главное, я пишу, учиться, мол, так себе. Она мне читает, ну,
платьишки, платьишки, пятерочные, парашки. Я вам пишу мячики по Елисейским полям пинать, она на скрипке клава. На скрипке целыми днями пиликает Шопена. Ты представляешь, Шопена! Врет, гадит, и не краснеет! А уж что с конвертом делала? И поцелует, и к сердцу прижмет. И... Там все! Санта-Барбара отдыхает, полные штаны там блестят. Ну вот и не смогла я как-то тогда, не решилась сразу признаться. Промашка. Не думала я, что она на следующий день прибрется ответ писать. Боюсь, ошибок наделать по-французски, не очень секу бумаги и чешу. Что, я не помогу, что я не подруг, что ли? Помогла, как могла. Написали в ответ кое-как. Она мне трясущимися руками конвертик протянет, говорит, пойдешь на работу. Я тогда на почте служил, говорит, возьми, отправишь. Ну, я взяла конверт. Ну, отправляй мне. Сама ответ написала, а чё? Вот какая на седьмом месяце, какая на седьмом небе от счастья ходит, светится вся. Вот так и пошло, товарищи, поехала. Матрёна у себя от внука мои письма хранит. Я у себя от Матрёны. Уже полная тумбочка накопилась. А выкидывать жалко. Ты что, там такой эпистолярий? Достоевский с углом, бамбук кулит, блин. Собор Парижской Богоматери, ё-моё. Мне уж самой интересно, чем дело-то кончится. Надо ей смс-ку отправить. Он, блин, тебя тупочку дружил с чайником. Это вообще, он же отключился давно, я всё бегаю, дура старая. Легко на поминках. Что ты бегаешь, дура старая, он сам отключится. Сарака. Ну ничего, ничего, погоди, хорошо смеет, кто-то смеется посмеет, погоди. Один-один, последним смеется тот, до кого плохо доходит. А то ты больно умный стал. А то я же больно умный стал. Это мы еще поглядим. Поглядим, не зря я себе вчера вторую мобилу-то за 750 в кредит на 20 лет взяла. Как раз самое время испытать. Гляди, что молчит ядка опять, а? Гадость как придумал. Не знает, что у меня казарный туз горбаль, да? Ты гляди, что решилась. Нет, не она, не Мотьки, неизвестный номер. Суперакция, презентация, водки первоапрельская, бесплатная дегустация. Кашу, бутылка в подарок, адрес улицы Ленина. Так это ж внизу, в нашем магазине. Вот она, пруха пошла, товарищи. Это подарок, Мотьки, покупать не надо будет. А, затопала с монотом. Давай, давай, побегай. А то повадилась, понимаешь, мелким пакостям счет вести. Погоди, попорчу я тебе статистику. Что у меня такой туз в рукаве на ту жизнь запомнишь, бессовестная. Муж-то у нее, товарищи, ой, 80-е, в видеосалонах интимные фильмы крутил. Ротик. В основном немецкие. Ну я у нас их ада шам здесь, ну ты шасл здесь, мяце битте, ну я аж битте шнель, ну я ман. Я не смотрел. Все ходили смотреть. Я не смотрел. Вот. Ну и чё? Ну и поговорил он по этой статье-то. Так вот, кланская жалованница начала. Мол, мне пишет мой муженек тому. Ну, забыл совсем. Я думаю, вот он шансик, да вот он шансик. Воспользуйся, Макрон Иван, не будь дурой. Я ее воспользовалась. Чё я делаю? Дождалась 1 апреля. И письмецо ей в почтовый ящик. На! Типа, маме ускичи притаранила. Причем все как положено, по фене, как там. Прости за то, что несколько долго не писал. Мол, по этапу ныкался в натуре. Ты в сердце ураганы навсегда, пусть даже новый срок мне шлют в прокуратуре. В любви клянусь, век воли не видать. Короче, гадом буду, не забуду. Надеюсь, типа будешь мне писать. Ну и в конце так традиционно. Жду ответа, как форточник лето. И подпись Валера. Красиво, да? В общем, слезу давила, как могла, товарищи. Но надо ей отдать должное. Должное отдадим. Клавка не сразу поднялась.
Мне сразу, она вообще крепкий орех, карпантук такой, ее прям не возьмешь. Ну и я не пальцем деланная. Я тогда ей еще письмецо, третье, четвертое, пятое. Да так самое интересное стало, бывает, чем дело закончится. Вот как будто прям сериал пишу сама. И вдруг, ой, встречаться с ней во дворе, подходит. Ага, так я и поверила, рвет он ведро, читает, как пить да читает, он аж после каждого письма неделю хоть светится. Меня на мякине не проведешь, нет. За это в ответишь, Матрёна Ивановна. За презентацию первоапрельской водки по всем статьям ответишь, Катя. Все, ответишь, халявщица. О, Гадис, презентации прибежала. Вот это сейчас возбухать начнет. Да, это Клавдия Ивановна. Что думаешь, сделала у меня? Думаешь, два один в твою пользу? А что, разве нет? Оле, два в один в мою пользу. Чего молчишь-то, вратарь дырка? Кто дырка? Я дырка, что ли? Ну, не дырка. Дырочка. Оле, вратарь дырочка. Ну вот и пришел мой час. Матрёна Ивановна, а за это что, внук-то поздравил бабушку, а не сподобился? Да ваш тут с минуты до минуты жду. А, ждешь? Ну, жди. А ты знаешь, юбилярша, опять 45, что это я тебе эти письма писала. Конечно, знаю. Как ты знаешь? А вот так, ковчиком об косяк. Откуда? От верблюда. Не было у меня внука в Париже, нет и не было никогда. Как не было? Ты сказала сама, сын во Францию уехал, удачно женился, внук тебе родился. Да не сын это был, а супружник мой благоверный. Савельник? 70-й от завода уехал в командировку, да там и остался. Потом ж бизнес какой, правда, открыл, и внук у него есть. Только он не знает про меня ничего, и по-русски не перенес, чистый лягушатник. Вот я и придумала себе сказочку, будто мой он. А ведь ты прекрасно знаешь, что я во внуках 10 лет мечтаю. Так тебе ж 45 сегодня. Да пошла ты. Да я им все эти годы только и жила. Ты шутишь? Да я их каждый наизусть выучил. Каждый по 100 раз перечитала. Это ты меня прости уж, пожалуйста, дуру старую, за то, что это я тебе от мужа-то письма писала. Да я знаю. Как знаешь? Откуда? Да вот так, не сидел он никогда, и все. Как не сидел? Сама же говорила за эту, за ротику. За ротику, дурочка ты, Матрёна Ивановна. Сбежал он от меня. А про тюрьму я со зла придумала, потому как стыдно было признаться тебе, что сбежал. Ну все равно, прости ты меня, дуру старый, за эти письма дурацкие. Спасибо тебе, мать. В каком смысле спасибо? Я ведь ждала их все время, мать. Ждала приятно, как говорит форточник. Так что спасибо тебе большое. Только вот одного я тебе простить никогда не смогу. Это чего это? Я ему всего 5 лет определила, а у тебя в Галин уже 20 лет без амнистии сидит. Ну прости уж меня, пожалуйста, дур, переборщил чуть-чуть. Я как лучше хотел, между прочим. Слышь, Федорович, а хочешь, он тебе напишет, что он разведчик? А? Как тебе такой поворот? А? Ну, под прикрытием работал, по заданию центра, под уголовника косил. А? Ладно, тебе, дочка, ты чего тебе? Ну не хочешь разведчиком, пусть будет этим геологом, ну или полярником, ну худой конец. Худой конец не надо. Пусть будет разведчиком. Все, разведчиком так разведчиком, все. Слушай, мой, только я не могу понять, кто из нас кого разыграл-то. Дорби мы друг друга кратко разыграли. Правда, по очкам-то 2-1 мою пользу. Ты уверена? Абсолютно уверена. А то, что мы полчаса по телефону за твой счет трендим, это как? Как за мой счет? Так ты ж позвонила. Я, как бы я звонок за счет собеседника оформила, а ты приняла и не чухнулась. Не долетела. Не попала. О, попала, Гадина. 2-2, так что, поняла, победила дружба. А в следующем году я тебя под 8-0 сделаю. Да, в следующем году.
еще годы еще дожить надо. Дожило. А сейчас у меня салаты киснут, и коньяк греется. Блин, всего пол-литра кистявского взяла, не дай бог, хватит. Нет, думаю, она так хорошо пьет в последнее время. Последний раз спрашиваю, придешь на юбилей, нет? Приду! Куда от тебя денешься? Небось, всего пол-литра кистявского взяла. Иди дверь открывай, юбилярша! Напиши мне письмо, хоть из точки всего, чтобы я иногда прочитала его. Напиши, напиши, просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши. О, каким подарком, каким судьба. А я тебе письмецо от мужа принесла. Вот ты говоришь, написал все-таки разве? А как ты говоришь? О, слышь, чуть не забыл. На ксерокс я засираю. Ты смотри, я что-то 100 евро положил, блядь. Кто же небось фальшивый? А кто сомневался? Ой, дорогая, блядь. Да ладно! Выходит завтра! Бизнес и работа бывают разные. Вот работал я в зоомагазине. Чего только за 3 года не наслушался, но больше всего запомнилась девушка, которая искала тест на беременность для улитки. Да уж, бизнес он как детородный орган. Пока держишь все в своих руках, дела идут отлично. Но как только руки чужие, все начинает падать. Есть помады красивые, чтоб мужиков целовать. Есть беляш с мясом чисто пожрать. Есть пиво хорошее, от пивового есть даже. Короче, налетай, народ, у меня распродажа. Подходи, подходи, честной народ. Здесь цветочек всем дает, продает. Подходи, налетай. Барахло раскупается, в сумку притащила, блин. Есть, пожалуйста, цветы, комиксы, есть начёсом трусы, есть плоскогубцы большие и мини, чтобы выщипывать зону бикини. Есть стринги семейные, безразмерные, есть валенки в стразах, и главное, у меня цены дешевле в 2 раза! Кенгуру, все на продажу, .ру. Ты уже здесь? Что он делал, я не поняла. Мы с тобой, Клавдия Ивановна, четко договорились. Я в зале торгую, ты за кулисами. Ты что, прискакала, курица не сучка? То есть не сучка? Я же привет, первая пришла, значит, твое место. Что ты истеришь-то? Ну успокойся, пожалуйста. Гляди, народ, сколько. На двоих хватит, даже еще останется. Совесть имей. Как? Совесть? А ты помнишь, какой был лозунг у строителей кирпичников? Чего какой? Мы кладем на совесть. Ой, да знаю я. Другой знаю. Ударим кирпичом по вашему хозяйству. Да пошла ты, блин. Блин, куда пошла ступать? Подходи, налетай. Барахло, раскупай. Подходи, ладно, старь, покупай мой товар. Да ничего, пошла собака. Женщина, возьмите водичку изюма. Да зачем изюма? Изюма, спите, пожалуйста. Зачем он? Ей нет, когда я работаю, поняла? Ладно. Она мужу своему даст. Да хорошо. Да, мне кажется, в каждом мужчине должна быть изюмина. Mm-hmm. Чем больше этих изюминок, тем он больше похож на кекс. Ну, мне знаешь, никакая изюминка не нужна. Мне надо, чтобы финик был, хоть обычный хуашка. Ухаживаю за ним, да? Помните. Возможно.
тогда вонять не будет. Вынесу. Еще билет на первый раз. А ты как будет своему мужчине страсть? Купите у меня будильник. Зарядите на 3 часа, я клянусь вам, как только он зазвонит, ваш мужчина проснется в бешеной страсти. Ну это не берите, женщина. Не берите, не берите, пожалуйста. Я взяла, у меня даже как будильник. 700 она купила раньше. И продает. Он в 12 ночи как зазвонит, мужик как проснулся. А что, где, зачем, почему? Ну все, вам стрелки страху упали. Врешь. Я не вру. Раньше стрелки были из полуоборота, а сейчас вообще не показывают время. Я ее слышала, зачем мне с особым будильником мужчины. Не берите у нее ничего. Да пошла, собака. Зайкай. Хотите, чтобы над вами все смеялись? Купите у меня чулок. А? На голову мужики, здравствуйте, привет, с Новым годом пошел нафиг. А говорили, да, аки, опса, лучшие чулки. Молодец. А если на улице -5, они могут, между прочим, варить места. Мужчина, с чулками, но тебе точку оригинальную будь, надави еще куда-нибудь. Что ж ты? Торговка базарная. Че? Че ты мне бизнес портишь? Че? Копчу через плечо, не горячо. Отвечаешь? Отвечаю. Садись, коляску качай. Кто? Нет, что, готовишь, что ли? Давно курим. Стикер снизу в прокуратуре. Кто? Кой в пальто, и тебя пихну из команды их в кусто. Что тебе надо? Шоколада! А не светится нигде. Жуй банан с кормлю где. А если я... Успокойся, все, пошла, давай. Давай, тихо. Давай. Разделим зал пополам, чтобы вот тебе твоя платье. Ты что, серьезно, пожалуйста? Для чего надел границу? Это вообще... Ну давай, давай, продавай. Тебе все равно товар. Давай, иди, держи вот. Иди. С твоим голимым товаром. Так мы еще поглядим. Паленку продают. Все, паленку, давай. Ох. Как пахнет приятно от вас, женщина. Вы что пили? Шампусь. Прекрасно, специально для вас, женщина, новое моющее средство с запахом конопли. Как говорится, мой посуду смеяться. Ой, как смешно, прям оригинал. Знает умный, знает дурак, лучшая пища лапша деширак, в нем соус и специи, куриные мощи. Купить мужчина, хотя бы для тещи. Ничего не берите мне, мужчина. Ничего не берите. Ничего не берите мне, у него все просто. Ничего. Я вот вижу по глазам по вашим, вы очень серьезный человек деловой. У меня специально для вас прекрасный лобзик Bosch. На бой уперся и... хорош! Ты что мне тут запрещенную рекламу сломал? Каждую стилистику разную! Стилистика это очень. Ты так, я так! В очереди. Моя очередь сейчас! Твоя? А сейчас? А ты с лобзиком? Я сейчас. Сейчас моя! Ладно, давай потерпение мне. На Цуефа. Давай, давай. Камень, ножницы, бумага, Цуефа. Камень, ножницы, бумага, Цуефа. Завернула. Ты чего бьешь, да? С бумагой, камень, заворачивай. Иди отсюда, собака. Гаджеты! Это вообще... Вы что, когда прическа у вас, я гляжу, хорошая. Прям джунгли, блин. Только вот здесь вот поляночку вырубили. Да? Ну ничего, ничего. Если что, у вас перхоть не дай бог, конечно. Есть хорошее средство. Бритву жилет, побрил башку и перхоти нет. Мужчина, а что есть у нас? Шампунь виши, чтоб, как говорится, не мучили вши. А ну-ка залили его, бессовестная. Товарищи. Купите лак для волос. Лак для волос крепкий, как пей. Волосы будут стоять целый день. Лак, он обычно для женщин бывает, но иногда мужики покупают. Мужчины, возьмите. А, вы у меня уже брали, да. Ну, что другое? Я вижу, вы облизываетесь. Не на меня. Кто на тебя облизнется, блин? Да я просто сила. Глядел, он бровь языком облизывает. Ну, я спросил. Кто бровь языком? Вон там сидит. Тебе почему? Да он просто голодный. Голодный? Разыграй аппетит, не тормозь, не пожри. Бережи вокзальный, вкусный, уникальный. Бильярд горячий сунешь в рот, повар держишь, течет. Почувствуешь удовольствие чрезмерное. Внутри говядина, наверное. Внимание, внимание! Розыгрыш! О, что ты сияющий! Давайте. Внутри бытовой прибор. 3 буквы. Как смешно не может быть. Смотри, там фен. А фен что другой может
думали, конечно, фен, женщины специально для вас гляди. Крем для увеличения груди, крем помочь в ладони бери, грудь намазюкай, три. Закон физики здесь получается, при нагревании тела расширяется. Может, ты сама пробовала? Естественно. Печка. Руки очень мускулистые стали. А девушка вон сидит, красавица. Девушка, возьмешь пробничек? А нет, вообще-то вам не надо, у вас все чеки-пуки, там природа-то насрамно стала, постаралась. И мам с папой. Я прямо гляжу, вот девушка глядит на вас, и прям так обидно, что я бабушка. Прям хоть как-то снимать. Вы прям меня на стихи растащили, погоди. Товарищи стихотворной импровизации, навеянные вот этой девушке в третьем ряду. Жизнь будет прекрасна, жизнь будет легка, коль носишь у сердца два колобка. Хорошо, цветочек, снимешь купальник днем у реки, в обморок попадают все мужики, толпы поклонников, жизнь просто рай, подарки, клипы, крики. Снимай! Выйдешь в бикини, эх, благодать, живешь вот люди. Ёлки-палки, блин. В общем, ну, девушка красивая, размножаться бы вам надо, вот что вам надо. Ты мне не дашь вот этот, не подаришь вот этот? Тебе? Да, я попробую. Могу. А зачем тебе? Насколько я тебя помню, у тебя грудь-то всегда была, как у меня зрение не лучше. Ты мне сейчас напомнила прям этот анекдот. Вот на женщину купил себе купальник в зеленый полоску, теперь у меня из заднего арбуза спереди два крыжовных кирпича. Внимание! Дамы и господа, внимание! Опа! Лучший напиток для любимой компании! Не ром, не ликер, не текилка! А прекрасная вкусная жидкость в стеклянной бутылке. Шокера достала. Достала, нам теперь. Товарищи, у меня дополнение. Берем, пожалуйста. Берем, пожалуйста, маленькое дополнение. Вот это молодец. Хороший, вот сама проверяла. Кстати, анекдот про самогонку. У вас какая кожа, кривые ноги, перхоть, не огорчайтесь. Бутылку самогонки подарили вашему мужу, вернет вам былую красоту. Смотри, нас предлагаю вместе отрекламировать народный напиток. Согласна. Товарищи, перед вами русская самогонка. Рижский бальзам нервно курит в сторонке. Настояно на шишках, опилки, картошки, клубнички, все. И навоз немножко, да. Сделано с толком, с чувством, с любовью. Один глоток, и ваш муж светится здоровым. Бай-бай-бай, что за диво, ваша жена тут стала красива. Да, повышаем настроение. Ассоциации самогона варенья, берите! Берите, кто и лопуху вашу не продается после 20. Цветочек у меня тот! Давай, Манька! Солнце ярко светит, и смеются дети, и ты рука в руку стоит с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и очень нам приятно всем вам петь. Желаем, чтобы все были здоровы, чтобы не наш деревенский ресторан «За обе щеки». Атмосфера деревенского лобкатого лука расслабит вас. Еда, сорванная и пойманная за сараем, заставит вас убедиться в свежести продуктов. Наш адрес – деревня Нижние Чесуны, Симоконалевайского района, Муфозапетринской области. От станции 2 километра через лес на северо-восток, а далее на запад. Справки по телефону 8-925-574-975-840-584. Несложно. Добавочный 475-673-84-91. Спросить Матрёну. Правильно. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать в наш маленький деревенский ресторан.
за обе щеки, за обе щеки. Место, где вас встретят, накормят. Надоют, огреют. Напоят, обогреют. Я билась, блин. Что, на грудь с утра приняла, что ли? Была бы грудь, я бы приняла. Прошу не делать мне замечания. Я тут не поломойка, блин, и не разнорабочая. Я ресторанный лабух. А это звучит гордо. Я с утра здесь как пчелка в колесе, блин. Дров наколола, воды натаскала, мясо нарубила, яйца помыла, полы сварила. Это, наоборот, полы помыла, яйца сварила. Скотину накормила? Взять нужно, три раза. Ну и молодец, человек-то. Дорогие дамы и господа, сегодня для вас весь вечер играет наш маленький дряхл-бенд «Красавица и чудовище». Солистки, красавица Матрёна. А, иди, дочка. Ты не умничай, я понял тебя. Работай давай. Твой ресторан, ты и работай. Я выхожу на эту сцену, не просто языком требовать. Все недостатки наши непременно, причем сатиры вечевать. У нас опять беда в деревне, аж три свиньи пропали смертно. Народ искать свиней пошел, но ни хрена он не нашел. Теперь зовут этих свиней шашлык, жаркое и филе. Побудем с 13 до 16, бизнес-ланч, живая музыка, бар, бекюшницы, шашлыки, люля-кебаб. Умница! У нас коррупция большая, я мэру взятку принесла. Он мне сказал, вы что, не надо, я все равно ему дала. И вот стою я перед вами, простая баба с тошими грудями, ногами. На дворе ненастный день, сатиры разгоню я день. Я информацию люблю, кому хочу, тому даю. Побудем с 13 до 16 во время бизнес-ланча под живую музыку, барбекюшницу, шашлыки, люля-кебаб. Умница! А год назад в мой ресторанчик ломится наглый девушек. Разбил окно, украл стаканчик, но он за это получил. Ведь я 0-2. Звонить не стала, сама ему я наболела. Я не люблю таких людей, я раздаю их. Побудем с 13 до 16, по выходным круглосуточно. Живая музыка, барбекюшница, шашлыки, люля-кебаб, шведский стол. Шведский стол? Соус на масло, мы на стуле накрываем. Умница! Если вы голодные, выйдите из дома. Если червячка вам надо заморить, к нам зайдете, может, здесь поесть наложат. А потом еще предложат выпить, закусить. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И жёлта, и испарение не покинут больше вас. Ча-ча-ча. Ты что делаешь, собака поломойка? Ты что мне рекламу портишь? Какая жёлта? Такая, блин, и жёлта! Я вчера поел тут, чуть живая осталась. Я клава, цветочек, про ресторан спою. Здесь каждый день придут вам всякую стряпню. Юбилей тут отмечали, все салаты заказали. Сельдерей, стекла, картошка, лук, селедка и морковка. Юбилей, юбилей, скоро будет 40 дней. Я клава, цветочек, пою красивым тоном. Вы лучше ешьте дома, и будет все пучком. Любишь кричку, блин? Придется послушать. Вы попробуйте уху, мы сварили требуху. Плюс немного вермишели, все в деревне уху ели. Короче, правда, ел, потом бегал и... Пирамид не мог, в общем. Я правда, я цветочек, певица высший класс. Вы лучше ешьте дома, не пробуйте у нас. Чудо. Холодец из жирной мошки, охренеет с первой ложки. Холодец, холодец, ложку съел тебе. Ура! Я клава, цветочек, неплохо я боюсь. И снова танцую, когда тебе налью. Ты, кстати,
вчера-то где была? Я весь день как белка в колесе я тебя ждала, ты не пришла. Пошла? Немецкий фильм. Немецкий? Про что? Ну там, короче, к одной одинокой женщине приходит сантехник. А, ну понятно. Все понятно тебе? Я до конца не могу смотрела, я была на себя просто. Заклать что ли мне себя? Какой там заклать? Это скотина сантехник так ни экраны не починил. А вдруг у нее этот счетчик на воду стоит. Представляешь, сколько женщине накапало? Она потом еще себе пиццу заказала. И что, привезли ей пиццу? Привезли, так этот доставщик пиццу даже пожрать ей не дал. А кран как капал, так и капает. И сидит бедная женщина одна дома голодная со сломанным краном. Ну? Вывод! Вывод! Все мужики халявщики! Вот про это и споет! Давай! Живем одни печально мы средь совсем и лугов. В деревне сроку не было нормальных мужиков. Геологи встречаются на редко и веков. Мы счастье наше женское. Я не озабочен, я в поиске. В поиске тогда иди ищи. Здравствуйте, мужчина. Извините скромную девушку за нескромный вопрос. Молодец. Не хотите песню заказать? Я вам спою ртом. Вы главное ложьте в шапку. Записки ложьте в шапку. Деньги тоже ложьте в шапку. Кто больше всех наложит шапку, мы приготовим ротатуй. А кто закажет ротатуй, получит от Матрёны скидку в нашем ресторане. Подтверждаю. Женщина, вытянемся руку. Песню какую? Про разлуку. Матрёна Ивановна, про разлуку. Песня дальнобойщика, который только что вернулся из рейса и 30 лет не верит. 30 дней не видел жену. Дай мне с дороги, дай мне, дай. Все, пусть ложит, скажи. Ложь, женщина. Мужчины, решились? Про что? Русскую народную? Про мужчин, про женщин? Маэстро, ему без разницы. Без разницы, только песни про трансвеститов. И ехали девчонки за бубенцами. Да хорош, что ты так все хватит уже, испорчь клиенту, блин. Женщина, руку тянули вы. В туалет отпрашивали. Прошла? Громче скажите, не стесняйтесь. Про супружеский долг. А это что такое? Я что-то не помню. Вот ты помнишь? Естественно, песня про супружеский долг после 30 лет брака. 5 минут по воскресеньям. А раньше сколько было? Ежедневно 2 минуты 40 минуты под землей. Туда-сюда, сюда-туда. Это когда ты с мужем в подвале запирал? Естественно, и шо легче ли здесь, знаешь, как будет? Ну дай бог, конечно. Мгновенье. Вы подруги? Живете вместе? Мы тоже подруги, живем в Росе. Про что? Две женщины, одна просит, пожалуйста, про теплоход, а другая про ресторан. Предлагаю удовлетворить сразу двух женщин. Это что ты имеешь в виду? Песню про ресторан и теплоход, я знаю. В море плыл теплоход, в ресторане народ кушал рыбку и был очень рад. Судно стало качать, люди стали кричать, и вокруг начался просто ад. Рыбка стала проситься назад! На теплоходе музыка играет, а весь народ свисает до борта. На волю рыбку люди отпускают, но отпускают прямо из-за рта. Ча-ча-ча, поэтому, товарищи, не ходите никакие теплоходные рестораны, приходите лучше к нам в ресторан за обе щеки. По будням с 13 до 16, бизнес-лайн, живая музыка, барбекюшница, шашлыки, любя. В нашем меню вы можете найти блюда на любой вкус. И на любой цвет. Щи зеленые, пельмешки зеленые, колбаска зеленая. Ты что болтаешь? У нас холодильник с
сломался. Страшно, что кричать. На первое, бульон из курицы по-японски. Что там в японском-то? Едят палочки. А, вспомнила, вкусное днище, палочки оближешь. На второе, поросенок с хреном. Теленок хрен знает с чем. Уточка по-эстонски. Комоница твердитель. Большой выбор пирожков. Пирожок с грибами, ты уже не с нами. Пирожок с луком, земля тебе кукурузная. Пирожок с яйцом, ты был хорошим отцом. Ты что, кто шутки, что приказывай? И на десерт пирожок с инжиром. Упокойся, подается с сыром. Вот он и пошелся. Дорогие друзья, а теперь рекламная страничка. Для вас звучит фирменная песня нашего ресторана, исполняется на итальянской манере. В ресторан зашел приличный, я голодный очень был. Наш ресторан «Золотые щеки» предлагает корпоративное обслуживание клиентов. Прейс-курант, элитный пакет обслуживания 1000 рублей с персоны. Стандартный пакет 500 рублей с человека. Эконом-пакет 120 рублей с рыла. А также наша группа «Красавица и чудовище» исполняет песни на заказ. Прейс-курант, народные песни 10 рублей песня. Лазарев, Басков, Киркоров 20 рублей песня, Стас Михайлов 50 рублей куплет. Сотрудница «Цветочек», проверьте шляпу. По-моему, поступили записки. Здравствуйте, пишет вам Галина из города Владимир. Передайте привет моему начальнику и спойте ему русскую народную песню «Залетела барин я в сарае». Ладно, не отвечай, не отвечай на это. Товарищ, не надо, это все смехуе, это, конечно, все смехуе, не понимаю. Пишите серьезно, нормально записки. Вот Николай из Владимира пишет. Бабушки, я в шоке от новогодних цен. Дед Мороз на час дороже Снегурочки на ночь. Это значит, вы повзрослели, Николай. Знаете, когда уходит детство? Когда хочется, чтобы твои желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка. Вот именно. Бабушки, у моего мужа день рождения, не могли бы поздравить? Конечно, можем. Именинник в зале. Мадонна, вот тут есть имя. А имя написано? Да. Отлично. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения. Нет, Абдул Рахмат Курманбилли, что тебя откуда ты во Владимире взялся? Эрмендер Джилдович. С днем рождения, Эрмендер Джилдович. Ой, бабушки, обедали ли когда-нибудь в вашем ресторане чиновники? О! И нам не заходит. Хотя не было это случай. Мойка была свидетель. Точно было, Мойка. Ой, забудешь, пришел один наглый и начал наезжать, ну, быковать на официанта. Эй, налей-ка, милый, чтобы смело плаш, чтобы дух схватила и скрутила аж. Да налей вторую, принеси поесть, нынче я пирую, а завтра могу сесть. Где камера?
Настя, для себя. А кое-что бочок, давайте. 3-4. Вези меня из рощи по гулкой мостовой. А если я усыну, I'm gonna make you mine.